Невозможно стабилизировать артериальное давление, не занявшись аэробной нагрузкой. Невозможно стабилизировать артериальное давление, не отдав лишние килограммы, не поплавив висцеральный жир. Невозможно восстановить артериальное давление, не распоившись. Невозможно остановить артериальное давление, если травмируешь себя опасными пищевыми углеводами, которых может быть и меньше значительно в вашем пищевом рационе. Невозможно стабилизировать артериальное давление, если плохая осанка, неправильная постановка шеи, головы и так далее. То есть тут, ну, как бы пунктиков очень много.